сейчас у всех на устах. Я полагаю, нам не стоит на этом зацикливаться. Ну, вот в самом начале только скажу всякие ограничения, о которых я так вскользь упомянул в своем выступлении, так называемые санкции. Дурь, конечно, полная со стороны тех правительств, которые ограничивают свой бизнес, мешают ему работать, понижают их конкурентоспособность, освобождают ниши на таком перспективном рынке, как российский, для их конкурентов. Ну, мы к этому относимся спокойно. Жалко только, что нарушаются фундаментальные принципы ВТО, мировой экономики, рыночной экономики, конкуренции. Подрывается доверие к международным финансовым институтам, к доверию к резервным валютам, к доллару и к евро. Это наносит, вот это наносит долгосрочный такой, невидимый на первый взгляд ущерб для всей мировой экономики. Мне бы очень хотелось надеяться на то, что мы вот этот период все-таки преодолеем непонимание и выйдем на такой устойчивый тренд развития мировой экономики. А Россия готова будет, разумеется, вносить свой вклад в эту общую работу.